Здравствуй, Машенька! Сегодня я расскажу тебе сказку, как Маша научилась летать во сне. Маша росла веселой девочкой, любила бегать и прыгать, на детской площадке играла с подружками. До самого вечера возилась с игрушками, а потом, когда мама вечером отводила ее в кроватку, не могла уснуть. Ножки хотели еще потопать, ручки похлопать, глазки смотреть, что происходит. Столько любопытного вокруг. Однажды вечером мама сказала: «Костенька, сегодня вместо меня сказку тебе почитает добрая фея. Это большая подруга нашей семьи, она волшебница и очень тебя любит». Мама закрыла дверь, а книжный шкаф вдруг засветился голубым светом, загудел, и из него появилась фея. Комнату наполнили разноцветные мыльные пузыри. Танюша дотронулась до одного, и чудо, пузырь не лопнул. Шарики летали по всей комнате, а когда стукали...